С 31 мая новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Готов к труду и обороне? Летний фестиваль стартовал. Они уходят со школьного двора под звуки нестареющего вальса. Наш фотоотчет. 2 года со дня создания движения «Юнармия», пополнение в печорских рядах. Завершился чемпионат муниципального района Печора по мини-футболу. Определены призеры и победители. Сводка происшествий за неделю. Как всегда в номере: кроссворд, сканворд, гороскоп, программа телепередач на неделю, детская страничка и, конечно же, объявления, с помощью которых вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник не выходит в понедельник, он выходит в четверг.